Ну что же, друзьяшки и девчонки, я вас приветствую! С вами я, Жабка, и, конечно же, мой строитель Натор НП. Всем привет, друзья! Ну и сегодня в этом видеоролике вас ожидает очень интересный эксперимент. Сегодня мой строитель будет сидеть за вот такого вот астро-скибиди-туалета. Точнее, просто за астро-туалета. Ну а моя задача, конечно же, взять и попытаться его уничтожить с помощью вот такой вот техники. Тут, если что, находятся боевые самолеты. Ну и вот такой вот, кстати, я даже не знаю, это грузовой самолет или как? Дружище. Честно говоря, сам не знаю. Знаете, вообще похоже на какой-то спасательный самолет, потому что, ну... Дружище, взгляни, как он выглядит изнутри. Ну, кстати, да, реально. Так еще и расцветка у него такая. Как будто, друзьяшки, знаете, этот самолет создан для пожарных. Ну или специально для каких-нибудь специальных войск. В общем, вот такой вот прикольный самолетик. А вот это, кстати, любимый самолетик Натор НП. А-ля какой-то кукурузник. Ну, кстати, да, можно и так назвать. И вы не смотрите на то, что он похож на машину. У него на самом деле крылья расправляются. Подожди, серьезно? А ну-ка, покажи. Во-во-во-во, друзья, видим, как одно крыло у нас открылось, а вот второе почему-то не открылось. Ну ладненько. Ну и напоследок, на самое вкусное, мы с вами оставили вот такой вот FPV-дрон. Если честно, это одно из самых сильных оружий, которое тут находится. Да не, я не сказал бы. Самолеты с бомбами посильнее будут. Вот, подписчики, у меня есть к вам просьба. Напишите, пожалуйста, в комментах, какой самолет вам нравится больше всего. Мне вот лично нравится вот такой вот зелененький. Ну и угадайте, чей это самолет. А мне нравится вот этот самолетик. Ну, дружище, ты мне как бы до записи сказал то, что это твой любимый самолет, поэтому я не удивлен. Ну и вообще, какие у тебя ставки? Выживет ли астротуалет от этих самолетов или нет? Я думаю, нет. В смысле нет? Эти самолеты просто налево и направо уничтожатся. Ты что, не видел, какой астротуалет опасный? Ну, не сказал бы, что он опасный, а вот самолеты, ну, реально мощная боевая единица. Ну ладненько, в сегодняшнем видеоролике мы с вами решим, уничтожится этот астротуалет или все же нет. Ну а перед началом нашего эксперимента, вот эти вот друзьяшки сегодня попадают в наш видеоролик. Ну а если вы тоже хотите попасть, то начирикайте много-много комментов. Ну и вот, если что, наш выпуск начинается. Если что, первый Натор НП будет за самолетик. За первый кукурузник. А все потому, что я, к сожалению, не смог за него взлететь. Ну и задача Натор НП уничтожить каким-то способом этого астротуалета. Так что, дружище, давай, лети и попытайся меня уничтожить. Даже сопротивляться не буду. Давайте в клешню. А, вот ты уже где, пудыщ! Ну и в целом, ну, как тебе сказать, у тебя, к сожалению, ничего не получилось. Надо тебя как-нибудь доуничтожить. Так, берем, разозляемся, хотел сказать. Злимся, злимся и пытаемся тебя уничтожить. О, что? Ты это видел? Что с этим астротуалетом? Я лучше, знаете, друзья, не буду ничего трогать. Вот так вот в целом с вами и оставим. Жаба, можно мне вторую попыточку? Ну давай, взлетай! Дадим моему строителю вторую попыточку! И кстати, а откуда ты взлетаешь? Почему я тебя не вижу? Ну, не скажу. Вот ты маленький хитрюга, конечно, окей! Сидим и ждем моего любименького строителя! Стопудняк где-то с неба. Нет, в небе его нет! Где же ты, ну? Давай! Врежься в меня! Попытайся уничтожить этого астротуалета. На, получай. А, вот я тебя увидел, давай. Оу, как будто меня комарик укусил. А, нет, повреждения намного-намного больше. Ты мне целый глаз это оторвал. Давай еще один раз. Е-е-е. Ну давай, ладненько, еще одну попыточку. Вот такие вот повреждения пока что оставляем и дадим последний-препоследний шанс. Вот он летит, друзьяшки, готовимся, сейчас будет бум. 1, 2, ну и в целом...
Опять повреждений, к сожалению, нет. Не повезло тебе на ТРНП, не повезло. Да блин. Но зато мы с тобой выяснили то, что этот кукурузник вообще ничего почти не сделал этому астротуалету. Поэтому, дружище, давай я сяду наконец-таки за следующий самолет. Ну давай, давай, что ты мне вообще сделаешь, ха-ха. Ну что ты там, уселся за самолет, мистер Жапкинс? Уселся, конечно! Уселся за вот такой вот пассажирский самолет! Давайте попытаемся вначале взлететь, а потом... Накажем астротуалет, он у меня не взлетает! Оу! А баннер ушибся, блин, друзьяшки, как так-то? Ладно, переспавниваемся, еще одна попыточка. Попытаемся с вами взлететь. Только у меня почему-то не получается взлететь. Давай, 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 взлетай! Да, он не хочет... Прикол, он не взлетает у меня. А во, все, наконец-то взлетел, полетели. Сейчас мы в этого астротуалета впечатаемся. Хотя, подождите, а почему астротуалет шевелится? Ты что шевелишься-то? А что, нельзя, что ли? Конечно, можно! На тебе! Оу, вот это ты атаку мою отразил! Вау! Ну и смотрите-ка, от самолета вообще ничего не осталось. И астротуалету урон мы с вами не нанесли. Ну что, значит у нас с вами будет вторая попыточка, точнее третья, потому что я, к сожалению, уничтожился на тебе, астротуалет. Что это за бестолковая такая штука? В виде самолета, конечно. Самолет, как будто, знаете, из бумаги создан. Ты мне клешню поломал. Подожди, я тебе клешню сломал? А ты где, собственно? Вернись в аэропорт. Я спускаюсь. Ну и где разрушение-то? Не вижу вообще ничего. А, нет, подождите, увидел. Вот, сверху. Вот именно. Ну знаешь, по итогам, как будто кукурузник почему-то оказался сильнее, потому что отбил этому астротуалету глаз. Да уж, такого я точно не ожидал. Ну давай теперь я попытаюсь врезаться в астротуалета. Ну ладно, дружище, одну только попыточку тебе дам. Я уже стою, точнее левитирую, и конечно же тебя жду. Так, астротуалет, ты главное не улетай. Надо его выпрямить. Вот, друзьяшки, нормально. Ну и дожидаемся нашего натора НП. Во, летит уже, вовсю летит. Давай, лети ко мне. Самолетик, на тебе. Оу, ты что? А как ты меня поломал? Офигеть, да ладно, ты в этот самолет взрывчатку что ли засунул? Не, он просто в тебя врезался, ха-ха. Это была твоя фатальная ошибка, прям под него лететь. А, погоди, дружище, я знаю, почему он взорвался! Я взял эти клешни, короче, активировал, и их внутрь себя засунул. То есть это случайность, понимаешь, это не самолет меня уничтожил. Ну, возможно, кстати. Поэтому, друзьяшки, я даже и не знаю. Напишите, пожалуйста, в комментах, это Натор выиграл, или, к сожалению, это была, к сожалению, моя ошибка. Ну а следующий на очереди вот такой вот FPV-дрон. Мы потихонечку на нашего астротуалета надвигаемся. Это, если что, будет, кстати, не очень легкая задача, потому что этот FPV-дрон постоянно падает, и врезаться в этого астротуалета будет очень сложно, хотя, может, с первой попытки получится, давай! Нет, блин, друзьяшки, промахнулся. Но ничего, второй заходик обязательно будет эпичным и удачным. Ты меня подбил, что ли? Почему я падаю? Да, я тебя подбил. Офигеть, друзьяшки, вот это, конечно, астротуалет опасный. Вторая, друзьяшки, попыточка. Раз, два, ну и бады. Как я пролетел? Как я опять мимо тебя пролетел? Да что ж такое-то? Ай, разбомбился. Ай-яй-яй, как так-то? А я тебя от себя отгоняю, смотри. Третья, друзьяшки, попыточка. Давай в дно тебе. Оу. Ну и мы с вами его не пробиваем. Да что ж такое-то? Почему я тебя не пробиваю? Давай, четвертая попытка. Блин, даже так не справился. А, вы видите это? Что с астротуалетом?
Он залагал, друзьяшки, от моего FPV-дрона! Может, так он уничтожится? Но... Нет. А, да-да-да-да-да, давай-давай, уничтожайся, Астротуалет! Самоликвидация! Надо валить отсюда. Да какой валить? Ты сейчас уничтожишься! Во, все! Наш Астротуалет вышел из строя! Ну и в итоге, к сожалению, не FPV-дрон его уничтожил, а он сам себя. Да уж. Следующий на очереди у нас будет вот такой вот какой-то прямо очень боевой самолет. И вот по этой надписи сразу понятно то, что он походу русский. Да, это УРТ-3. Вот такой вот, да, друзьяшки, суперский боевой самолет. Ну и, к сожалению, следующий самолет нам пришлось удалить, потому что, ну, он очень плохой. Мы его протестировали до записи. Ну и, к сожалению, это последний наш самолет. Поэтому берем, разгоняемся, взлетаем и сразу же пулеметом зажимаем по нашему Астротуалету. Может, получится его так уничтожить? А вот нет, дружище, не буду я в тебя врезаться. Я попытаюсь лучше как-нибудь вот таким вот способом тебя уничтожить. Буду летать и с помощью пушек тебя уничтожать. На-на-на-на-на! Ай-яй-яй, промахнулся. Да ты меня не уничтожишь. Ну если на то пошло, то у меня есть суперская тактика. Это ракета, давай-давай, наводись, будыш! Нет, ракета, как же так? Я не попал ракетой в тебя, но зато я каким-то чудом выжил. Прикол. Вот если бы ты видел, у меня одного крыла нет. Я продолжаю как-то лететь. Может, вот эти вот ракеты я смогу в тебя выпустить? Главное, чтобы они долетели до тебя. Я даже знаю, как это сделать. Давайте, ракеты, летите! Но нет, друзья, походу самолету полный кирдык. Он взорвался в воздухе. Блин, ну как же так? Да ладно, с каждым бывает. Но вот я возьму и впечатаюсь в тебя. Да, друзьяшки. Вот этим вот самолетом получилось нашего Астротуалета уничтожить. А все потому, что в этом самолете было много взрывчатки. Ну и в целом результат вы видите. Я же говорил то, что самолет уничтожит Астротуалета. Ну получается, что да. Взяли самолет и уничтожили этого Астротуалета. Но я, конечно же, надеюсь, то, что вам понравился данный выпуск. Вы поставили лайк, подписались на канал, ну и написали много-много комментов. Ну а с вами был я, Жабка. Ну и Строитель Натор. Но я с вами не прощаюсь. Встретимся в следующем видео.